Завтра в город планируется приезд министра экологии Красноярского края. Намерены ли вы побывать на этой встрече и с чем вы туда? На этой встрече мы, конечно, обязательно намерены. Очень странная позиция, опять же, администрации города, потому что мы туда пойдем не по приглашению, скажем так, администрации, хотя опять не уведомлены ни политические партии, ни общественные движения, и мы из своих каких-то источников узнаем о приезде министра. Это очень странная позиция очередная. Все-таки мы рассчитываем, что министр приезжает по нашим многочисленным, да, обращениям и заявкам, что по неблагополучной обстановке такой в городе. Скорее всего, я так понимаю, глава города, администрация города хотели скрыть этот приезд, да, чтобы мы не выступили, что происходит по факту в городе. А что вы хотите озвучить в данный момент? В данный момент, да, действительно, это вот глобальная вырубка, неправильная обрезка деревьев, что факт, что наш город, сам знаем, очень загрязненный, да, и даже пылевая обстановка, мы на 5-м месте находимся. Это очень страшно. И что последняя экология убивается. Ну, плюс выбросы, конечно, выбросы наших предприятий.